Всем привет, друзья! Как всегда, очередная покупка на Авито, на площадке Авито. Сегодня я купил, ну не сегодня, точнее, вчера я купил Apple Watch 4 серия. Это версия Cellular. В комплект входила только вот зарядка и сами часы с ремешками. Покупал я данные часы за 15 тысяч рублей. Получилось сторговаться. Поторговались там мы немножечко. Так, сейчас покажу, в каком состоянии они и что, как я проверял. Так, сейчас выключим режим театра. Так, как вы можете увидеть, так вот, на экране есть такие царапины, даже вот глубокие царапины, но, слава богу, это не трещина, а просто царапина. Так, корпус. По корпусу есть тоже, вот. Так, вот сам Digital Crown тоже немножечко есть царапины. Так, вот. Так, задняя часть. Задняя часть в идеальном состоянии. Все работает идеально, все функции работают. Так, серийный номер я вам сейчас покажу. Так, настройки. Основное об этом устройстве. Так. Вот серийный номер. Можете посмотреть. Гарантия до мая 2020 года. Вот. Вот и все, ребята. Что вы думаете о данной покупке? Подписывайтесь. Ставим лайки.